Москва готовится к самому яркому празднику лета. Уже в следующие выходные лучшие пиротехники из разных стран поздравят город с юбилеем. 870 лет отметят грандиозным фестивалем фейерверков. Представление обещает быть еще и познавательным в этом году. Тема праздника «Москва на семи холмах». Репортаж Ильи Костина. В этом году мы подготовили одну изюминку, которых не было ни на одном фестивале. Это держится в секрете, но мы постараемся очень удивить наших зрителей. Удивлять российская команда умеет. В прошлом году это была небесная живопись под лиричную и пронзительную мелодию из ленты «Свой среди чужих, чужой среди своих». От темы кино к признанию в любви к российской столице. У Москвы, кстати, совсем скоро юбилей – 870 лет. Приготовления идут полным ходом. А что за проводки? Вот как? Так, не трогаем проводки. Там уже это оборудование заряжено, оно готово к стрельбе. Новый лейтмотив фестиваля фейерверков «Ростех» в этом году – «Москва на семи холмах». Разукрашивать небо команда из восьми стран будут два дня. В субботу выступят Австрия, Япония, Армения и Румыния. Мы подобрали музыку, которая связана с Москвой, с вашей страной. Какую? Это сюрприз. Я не могу выдать все секреты, но мне нравится мелодия, она очень душевная. Гости из Еревана рассказали сегодня нам, под какую мелодию будет звучать их признание в любви к Москве. Для нас это действительно лучший город Земли. Я очень люблю Москву. В воскресенье эстафету «Из огня и света» подхватят Россия, Китай, Хорватия и Бразилия. Последние обещают устроить настоящий карнавал. Мы постарались привести цвета Бразилии. Зеленый, желтый. И обещаем подарить счастье людям. Яркая феерия, заставляющая людей подолгу всматриваться ввысь, начинается здесь. Каждый снаряд собирается вручную. Впереди, пожалуй, самые красочные выходные этого лета. Фейерверки будут запускаться с этого берега. На другом уже смонтированы зрительские трибуны. Завтра небо над Москвой раскрасят миллионы огней. Всех ждут на юге Москвы, в Братеевском парке. Днем для посетителей будут работать тематические зоны спорта, новых технологий и космоса. Здесь же сейчас возводится импровизированная улица ремесел и пятиметровая фигура основателя Москвы Юрия Долгорукова. Вечером шоу фейерверков. Время начала запомнить несложно. Программа фейерверков начнется ровно в 9 часов. Это, знаете, вот как программа «Время». Она не может начаться в другое время. Вот ровно в 9:00 будет программа фейерверков. Что бы ни случилось. Салют, Москва. 27 тонн пиротехники, около 60 тысяч залпов. На выступление каждой команды отводится 9 минут. Художники неба обещают, это шоу зрители запомнят надолго. Илья Костин, Ольга Коваленко, Екатерина Казаченко, Анна Пузанова, Первый канал.